Здравствуйте, друзья! Сегодня 17 февраля 2019 года. Это такой знаменательный для нас день. Сегодня день рождения у Маши. Ей исполняется 11 лет. Ну, расскажи, какие у тебя ощущения в 11 лет? Ну, как сейчас помню. Как всегда. Погода сегодня, в общем-то, хорошая, солнышко даже выглянуло. А находимся мы в кафе «Сказка». Мы зашли сначала в Сицилию, там очень много народу, и буквально за угол зашли, и сейчас в «Сказке» сделали заказ, сидим, ждем. Видите, сюда с велосипедами нельзя. Курить нельзя, собак, кошек тоже нельзя, и в трусах, и в плавках тоже нельзя. Ну вот Маша получила свой заказ, борщик для разминки, как говорится. Это что, Маша, луковый, да? Не помню. Эти пишут. Маша. Я бы, может, отказала всех, но у меня уже логика. Ходи на втором стадии. Это пришел мой лобань. Еще один лобань. Коктейль Машин приехал. Ну можно я вообще не буду есть. Ну что ты там? К нам присоединилась Валя. Что вы выбираете? Валя такими испуганными глазами. Расскажу. А вернее, даже покажу. Что это, Валя, у тебя? Салат сёмга и авокадо. Валя заказала салат с сёмгой. Ждем Валю. И тот же самый? Да, морковный сок. Пишет Валя комментарий. Такая атмосфера на площади сразу. Очень приятно. Ну вот, пообедали и пойдем домой. Ну что, Валя, ты куда?